Ну что, выехали опять в Токарь. Снимаем диск. Динеметры. Ставим обратно. Проточенный диск. Так, да. Вот они, диски стоят, да, вот смотри, торможу, да. Первый все равно подергивает. Всем привет, с вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все. И сегодня мы будем решать проблему с биением передних дисков при торможении. Предыстория какая? Года два назад я сменил диски. Вместе с дисками колодки. Колодки были патроновские. Но, видимо, это была моя большая ошибка, чтобы их ставить, эти колодки. Колодки очень сильно пылили. Стирать тогда не стирали, но пылили. Были такие вот черного-черного цвета. Я не знаю, почему они были черного цвета. Ну, может, так и положено, черного цвета. Но говорят, должно быть крапление меди. Но я что-то, по-моему, там меди не наблюдал. Я их, конечно, уже выкинул. Надо было поснимать, сфотографировать, как они выглядели после 2 лет эксплуатации. Сколько километров проехали, я точно не скажу. Где-то, наверное, с месяц назад я решил все-таки от этого биения избавиться. И самое интересное, вот чувствуешь на руле, что именно, например, правый диск или левый диск, да, бьет. Я не знаю, как у вас, парни, вот у меня было именно так. Получается, я отдал на проточку левый диск. Сколько я заехал, да, сколько? Ну, 600 рублей. Ну, ладно, давай, хорошо, ага, сделаем. В общем, тот, я не присутствовал при самой правке диска, но скажу так, что Токарь очень сильно переживал насчет того, что диск был так это реально погнутый. Сделал все, точил нормально. Я уже потом, когда вторую сторону начал делать, присутствовал, да, прям видно, что резец идет так раз, жик-жик-жик-жик-жик. Ну, подсняли немножко, да, поставил. Но поставил я, опять же, диск на старых своих колодках. И проехал я опять 10 тысяч километров, и, в общем-то, диск опять начал бить. Начал бить, вот сейчас вот начинаешь притормаживать, особенно если с большой скоростью, да, здесь так начинает бить. Будем решать эту проблему сегодня. С токарем я договорился на после 16 часов, потому что он сейчас занят, у него дел куча, какой-то вчера топицу точил весь день, сегодня все, что за вчера накопилось, сегодня он до после обеда должен сделать. Ну, посмотрим, какой будет эффект. И опять же, буду точить именно левый диск, потому что именно он у меня бьет. Ну, вот прям чувствуется, что именно влево руль начинает подбивать. Влево, влево. Ну, а если не он, то попробуем правый. Потому что колодки я уже сменил. Колодки сменил, потому что диски у меня, в принципе, ровненькие, хорошие, без рытвин, да. А, и поменяв колодки, ну, думаю, может, все-таки колодки так себя ведут. Нет, видимо, не колодки, а может, все вместе, колодки и диски. Кто может подсказать, в чем дело, почему у меня диск начинает опять играть? У меня есть некие предположения, да, по этому вопросу, что может быть у меня кривая ступица. Почему так? Почему диск искривляется и почему начинает бить колодки? Я прям не знаю. Если опять диск, значит, будем менять фирму, другие ставить. Но посмотрим на кривизну ступицу, опять же. Так что 15 часов расскажу свои дальнейшие действия. Всем пока. Включение через 1, 2, 3. Выехали опять к Токарю. Заедем к дяде Ваке. Снимаем диск. Интересно, что с ним такое? Блин, ступица кривая. То есть хорошо, да? Нормально. Ну, давай тогда правый я сниму, тоже посмотрим. Ну я могу снять, в принципе, попробовать. Давай, снимай.
Хорошо. Да. Снимаю второй диск. Ставим обратно. Проточенный диск вот такой, да? Ну посмотрим, как оно будет. Отдавал оба диска. Левый там на десятку снимали, да? Получается. Правый не трогать не стал. Говорит, все нормально, более-менее правый. Вот они диски стоят, да, вот смотри, торможу, да, первую все равно подергиваю. Только сказал, диски вообще хорошие, диски замечательные, понимаете, но, блин, почему бьет, я думаю, что все-таки ступится. Вот сейчас легонько, но бьет, да, легонько буквально нажимаешь и чувствуется, что тормоза не идеальны. Хотя изменилось, конечно, стало лучше. Вот. Тут он рулит. Оп-оп-оп. Ну, не сильно, но бьет. Все. Будем что-нибудь придумать, где-нибудь искать ступицу. Если поменяю ступицу и ничего не поможет, то тогда не знаю. Не знаю, что тогда. Я думаю, она 1003, наверное, вылетит во Владивостоке. Но это потом, я думаю, еще 1010 я набегаю. И дальше решим, что делать. Вернее, не решим, а буду покупать уже ближе к зиме. О, дергается. Там-там-там. Сейчас вот едем ровненько, ровненько. Сейчас будем тормозить. Ну ладно, все, всем пока. Причину я не устранил. Вернее, последствия устранил, но причину саму так и не нашел. Жду ваших комментариев. Всем пока.